кадры решают все. Этот призыв по-прежнему является актуальным. Сегодня городской банк вакансий насчитывает 1706 предложений от работодателей по различным профессиям. Причем свыше 50% это рабочие профессии. Требуются врачи и фельдшеры, МГВМ, горномонтажники, проходчики, машинисты буровой установки, машинисты электровоза. Начало 2018 года 1198 свободных рабочих мест. В течение года заявлено 5912 вакансий. По состоянию на 1 января 2019 года оставались незаполненными 1706 вакансий, из которых 50,6% составляют рабочие профессии. Всего же в 2018 году через службу занятости искали работу 3493 человека. На конец отчетного периода в составе безработных по причинам обращения в службу занятости составляют 67% уволенные с предыдущего места работы по собственному желанию, 24% граждане, не работающие более года, 13% впервые ищущие работу, 7% выбывшие в связи с сокращением штата или ликвидацией организации. В возрастной структуре безработных преобладают граждане старше 30 лет. Это 379 человек, из которых 7%, 27 человек в предпенсионном возрасте. Хочется отметить, что в центре занятости населения не только подбирают вакансии. Большая работа ведется по социальной адаптации, профессиональной ориентации, приобретению востребованных на рынке труда профессий, по содействию самозанятости. Кроме того, работодатели получают возможность набрать штат в короткие сроки, узнают информацию о ситуации на рынке труда, участвуют в специальных программах. Все это позволяет городу сохранить стабильную позицию на рынке труда. В течение года специалистами центра занятости оказано 10513 услуг в сфере занятости населения. Из них 2636 получили услуги по содействию в поиске подходящей работы. Более половины обратившихся граждан составляют женщины. В целом же ситуация на рынке труда Ленинска-Кузнецкого в 2018 году характеризовалась снижением численности зарегистрированных безработных, уменьшением напряженности на рынке труда и увеличением количества вакансий на предприятия города. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.